Доброе утро! Доброе утро! Дети наши завтракают вкуснятинки и собираются первый день в школу. Мы не были в школе 3 месяца уже, представляете? Вы только на зуме были. Поэтому завтракайте, собирайтесь и бегом в школу. Потом расскажете, как все было, хорошо? Что мы сегодня детям даем, это вот такую вот водичку в школу. И надо будет взять еще вам снеки. Хотите снеки? Да. Кто что хочет? Nugget барсы? Да. Nugget бар и какой-то бананчик, яблочко или что-то. Хорошо. Так, что там у нас есть из здесь? Ух ты, ёшки-кошки. Тут такой беспорядок. Из Nugget Bars. Есть пустая Nugget Bars. Кто-то все съел. Есть вот такой вот фруктовый Nugget Bars. И вот такой вот. Кать, какой ты хочешь? Я хочу Blueberry Muffin. Просто я ненавижу salted карамель. Ну все, больше я не вижу Nugget Bars. И другие сладости. Их нельзя в школу. И тогда вот этот Макс, а тебе вот этот Muffin. Да? Все. Давай, доедай и поехали собираться в школу. Спасибо. Все, готовы? Да. Давайте, удачного вам первого дня в школе. Спасибо. Пока. Пока. Гуч, ты тоже в школу собралась? Все, да? Пока, молодежь. Пока. Ну, здравствуйте. Привет. Как ваш первый день в школе? Хорошо. Если что, я планшет взял, потому что. Я ничего не делала на нем. Голодные? Я не очень голодная. Какие чистые у вас колени. Да, я очень чистый. Я нигде не в болоте. Боже, а вы посмотрите на эти ногти. Фэшн. Нет. Фэшн. Мама, это мы просто с девочками играли в волков. Класс. Боже, какие длинные ногти. Как первый день в школе? Хорошо. Голодная? Да. Пойдем, будем кушать. Окей, подожди. Мне надо помощь одеть просто. Красота какая. Мы уже поели. Поели, отдохнули. И пришло время распаковать посылки. Здесь нам пришла какая-то одежда для поездки в Украину. Чтобы мы там было в чем одеться вообще. И у нас есть маленький жулик, который прогрыз коробку. Жулик маленький, а прогрыз дырку сделал большую. Ну даже можно увидеть что-то, но почти ничего не видно. А мы вот сейчас распакуем все и посмотрим, что тут у нас есть. Смотрите, вот. Что-то я зеленое видел. Это похоже на пижаму. А ну чья, разберитесь. Моя. Наверное, не пижама. Платье. Не пижама, стоять. Это штанишки, смотри, какие модные. Похоже на мои. О, штанишки. Класс. Не Но они сильно летние. Ну скоро лето, весна уже на улице. Ну да. Так, дальше. Оп. Моя. Опять штанишки. И опять твои. Держи. Стой. Твои. Оно до пуза. Макс, попробуем. Да, это Максимина. Или чьи? Не, мне кажется, все-таки как. Да, ну дай размеры, блядь. Чьи? Что-то мне кажется большие. Ну что, на вырос будет? Ну, не поедешь ты в Украину. Посмотри. Ага. Значит, аж в сентябре, может быть, в школу. Летом чуть-чуть вырастешь, и в сентябре будешь в школу носить. Вот еще что-то есть. А ну. Мое. Опять твое. Куртка моя. Сейчас проверим. Я вашу модель буду показывать, как это Показ мод будет, выглядит. Да, тут? Да. Ой, такая прикольная, необычная. Это мое. Это мамина? Это мое. Спасибо. Ух, какая желтенькая, смотри. Какая желтенькая футболочка. Моё. Какая ты будешь яркая и весенняя. Вот так? Модная, весенняя такая. Яркая. Кстати, не хватает таких ярких цветов. На улице все еще серо и холодно. Еще добавка ярких цветов. Это да. Мне. Ну, посмотрим, наверное. Штаны. Ух, какие классные. Смотри, а какая необычная клеточка прямо. Вау. Сейчас оденем, будет виднее. Да, я типа огонь, смотри. Красный, желтый и оранжевый. Да. А моднющая какая? Вау, как раз, размер как раз. Посмотри ближе, вот какая клетка. Клетка? Клетка, да, вот необычная. Точно, клетка. Класс. Размерчик как раз, отлично. Все, первая коробка готова. Жулик, твоя коробка. А, коробка номер 2. Так, что это? Это тоже похоже на Катина, да?
Подожди, они это не короткие? Школу. Это бермуды в школу. А, это которые короткие могут быть? Это можно не мерить. Можно обычные. Не мерить. Это летние бермуды. Дальше. Еще что одни бермуды? Или это уже а джинсы? Такое бермуды? Это короткие штаны. Мерить? Ну, модные. Бермуды. Бермуды. Ну, мне кажется, надо мерить. Очень модные. Смотрите, они большие. Вау, какие модные. Брюки клёш. I love it. А сколько бриллиантов там всяких. А дырки какие. Вау. Может, это старье какое-то? Смотри, с дырками. Эй, это называется фэшн. Вау. Хорошо, продолжаем фэшн-показ. Какой-то новый дизель тут. Катя, наверное. А вообще-то дизель уже не модно, уже модно электромобили. Реально? Да. Еще одни штаны. Что, на дизеле ездят, да? Да. Еще одно дерьмо. Или как его? Бермуды, не бермуды. Школьные штаны. Крутые школьные штаны. Ты удобные, что? Легкие, даже с какой-то блестяшкой. Дизель? Да. Даже с брелочком. Почему дизель? Вот это порвано? Такое, не хватило денег так на то, чтобы сделать красиво. Я знаю, что случилось. А ну-ка стой. Они реально неторочные. Я знаю, что случилось. Этот маленький жулик прогрыз коробку. Залез вот туда. Загрыз штаны. И обгрыз твои штаны. Так, зеленые. Может, наконец-то уже Максу, нет? Наверное. Сайз 12 лет. Да, это Максу. Своих 10 лет Макс носит сайз 12. Ух, это ветровочка. Прикольная такая. Ветровочка. Да, очень прикольная. Ветровочка. Смотри, внутри прикольная материя, снаружи вот такая как ветровка. Дождевичок. Но в школу нам нельзя такое носить. В школу, да, сильно дизель крупно написано. Дизель. Дай-ка. Вот я такой высокий, что аж на 12 идет. А там еще внутри спрятан капюшончик. Да. Все, не знал? Давай достать. Не знал. Достать? Так, без. Вот там? Вот так. Окей, давай, следующее. Мое. Покажи сзади дизель, надпись. Вот такой вот, правда, дизель. Давай. Коронавирус, не заплатите этому мальчику. Что-то непонятное. Это что? Моя! Это похоже опять Макса. Смотри, и расцветка, и да, 12 лет. Да, прикольно. Что там, Стелла Маккартни? Цельмагатни. Да, что-то опять очень модное. Вот это точно в школу не пойдет. Да. Если еще дизель, я думаю, ну как-то так-сяк, то это 100% на дискотеку ходить. Да. Посмотри. А ну застынь, покажи чудиков своих, смотри. Тут какие-то диско-инопланетяны. И тут вот на черной ноте тоже на рукавах. На барабаны будешь ходить. Кстати, моднющий, да. Вот когда ты будешь в каком-то рок-группе играть, в какой-то группе, как раз отлично это. Это уже Катя, точно. Ну, наверное, я уже вырасту. Джинсы! Это не... Вау, джинсовое платье, смотри какое. Вау, как закрутилось. Ой, такая ты необычная. Отодвинись. Ух ты, стоять. Ну, красотка. А ну-ка покажи, какая длина у него, Кать. Длина почти до тебя. Мама, смотрите, если вот эту часть вот так очень далеко вот тут, а вот это коротить и вот тут немного зажать вот так, это будет называться the mommy tail. А какой размер, ну покажи. Так, это на возраст 9-10 лет, 134-140. Ну, это а как... что это такое? Это моло какое-то. Ладно, разберемся. Та-дам! Все равно это носить это не сейчас. Это носить через пару месяцев, когда тепленько станет. Или, может, мы куда-то попадем в теплые края, хотя маловероятно. Коронавирус. Да. Там много розового, наверное, Катина. А, ну-ну-ну. И размерчик, да, похоже, Катина. Да! Я не такой слон! Я не слон! Я не буду надевать. Слон Клементина. Чё-чё-чё? Барбери, Лондон, Ингленд. Ты знаешь, что это очень круто и дорого? Барбери, да. А сзади что покажите? Лондон, Ингленд. Как будто бы ты какой-то спортсмен, и это твоя спортивная одежда. А сверху на платье можно футболку накинуть? Давай. О, если честно, не было вот этой надписи Барбери, я бы подумал бы какая-то, ну, просто футболочка себе. А оказывается, это еще и крутая футболочка. Ага. Поехали дальше. Версачи. Версачи. Кому? Моё. 12 лет, да. Нет.
У тебя Барбери, это не хуже. А какая приятная на ощупь? Попробуй, какая приятная на ощупь, Версаче. Давай, примеряй. Made in Italy, ё-моё. Италия? Fashion show. Разровняй снизу. Красивый fashion show. Чувачок. Реально, вот нельзя на камеру это передать, но на ощупь прикольная такая мягкая ткань. А сзади что-то есть? Сзади просто белая футболка. Ну, разве что если не снять вот эти дырочки, то можно и сзади тоже видно будет что-то. Так, какой-то Polo Ralph Lauren. Что-то... Это для Кати похоже, да? Стрика девочка прикольная. Сейчас. Это не девочка. Ну, Мишка девочка. Стрика прикольная, Мишка. Polo Burberry Ralph Lauren. Да. Потрогай отсюда, вот туда. Ага. Она в таком же платье, Катя, как и у тебя сейчас на себе. Ну-ка. Точно, только чуть-чуть короче это. Вот так. Давай, снимаем. Снимаем Барбери, одеваем Ральфа. Посмотрите на это. Близняшки! Да, давай. Па, это мой дружок Лохмаси в платье. Кстати, футболочка тоненькая-тоненькая. На лето то, что надо. Смотрите, какая тоненькая. Вот такая. Реально тоненькая, чтобы жарко не было совсем. Так, что-то новое, похоже, пацанячье. Моё! Дживенши. Показ мод от мистер Макса и мисс Кэти. Сезон 2021. О, такой крутой. Верит. Что-то модное. Венчи Парис. Меряем? А что тут? Окей, это сильно долго. Студио Джуниор Подиум. Та-дам! Кстати, с такой покрой необычный. Здесь шоу, здесь шоу, да. Здесь шоу. Шоу. Ну, один мужчи. Шоу. А сзади шабл, что? Шабл. Ага, прикольно. Так, что-то опять новое, какие-то ракушки, непонятно, что это. Нельзя определить, это мальчиши или девчачьи. Ну, моё. Возраст 7-8 лет. А кто у нас 7-8 лет? Я, мне 8. Ага. Это еще одни штаны. Смотри, какие модные мини-родини. Прикольные? Меряем? Да. Какая ты модная. Очень, очень летний вариант и очень классный. Спадает немного, значит, надо кушать да, больше донатсов и бургеров, чтобы штаны не спадали. А то что ж ты потеряешь еще? Да. Ладно, поехали дальше. Дживенши, это похоже пацанячье. Моё! Это 12 лет. Что ты сразу моё? Да, 100% моё. Нет! Да, это Макс, я говорю, чтобы они не были короткие. А нет, нормальные, отличные. А ну, пример. Та-дам! Нравится? По-моему, размерчик как раз или маленькие? Вот вопрос. Пойдет? Наверное, пойдет. Пойдет, ладно. Идем дальше. По-моему, это опять Катя. Нет, Макса. Это 8 лет, точно не Максу. Итак, опять что-то модное и красивое, яркое. Вот такие штанишки. Что за бренд? Стелла Маккартни опять. Стелла Маккартни. Вот такие черты тут нарисованы, а? Смотри. Черт. Где черт? Вот черт какой-то или что это такое? Непонятно. Какие там монстрики? Вот такие красивые штаны. Да, очень красивые. Как раз по тебе. Можно уже носить. Жаль, что нельзя такое носить в школу. Была бы самая модная. Так, дальше. Так, это подожди. Мое платье. Нет, это не платье. Это куртка. Мне кажется, это что-то не по сезону. Нам уже это не надо. Уже же весна на улице. Зачем нам этот Армани? Посмотри, какой, а? Мое. Не твое. 12 лет, 150 сантиметров. Кыш, кыш. Макс, иди сюда. О, класс. Мне кажется, тебе такое нравится, да? Такой да. Стиль пацанячий, модный. Класс. Пацан. Вот такой вот Армани. Эмпорио Армани. Вот это все уже. Классное, только что-то, знаешь, что мне кажется, она коротковатая. Ну реально. Где? Вот, где коротковатая? Вот чуть-чуть вот поддергивается и пух торчит. Тогда. Нет? Нормально? Не пух торчит. О май гад. Это все еще мои штаны. Ладно, окей. Папа, мама, ты как скажешь, нормально или короткие? Не, классно. Модно. Это папа. А какой нежный кармашек. А это кожа или нет? Нет, это ткань. Внутри вельвет или как это называется? Очень мягкая, нежная ткань. Вельвер, велют, не знаю. Велют. Покажи еще сзади разочек. Вот маленький значочек спереди Армани. И огромный сзади. Это точно не для школы. Поехали дальше. Так, что-то блестящее, похоже, Катина. Да, это Гесс. Гесс? Точно. Если хотите домашний айскейтинг, можно просто вот так делать. Очень скользко. Короче, какой-то прикол. Клеенчатая юбка.
Кать, а попробуй. Реально? Пленка. Ну такая, изнутри, конечно, ткань, но снаружи прям как будто бы пленка-пленка. Но мне кажется, она будет кружиться обалденно, Кать. А ну давай. Да без потряску ходить в такой юбке. Посмотри, какой бриллиантик тут. И надпись ГЭС. Да, вон, смотри. А, вот тут. Ну еще раз закрутись и пошли дальше. Мне нравится, как она крутится. Страхуйте меня. Давай. Вот это да. Ловлю. И ловлю дальше что-то. Опять что-то теплое. Я не понимаю, зачем нам нужны теплые вещи. В апреле в Украине не жарко. А смотрите на эту моду. Подожди, это еще раз Максу? Наверное. Может быть. Размер? 5. А это тебе Сайз 10. Мое? Это сережки моё? Очень популярные. Судя по размеру, да. Окей. Советуем вам. Мама говорит, что это Катя. Реально? Да. А ну заметь. Сережки? Вот я что и говорю, на Макса смотрится короткая та жилетка. Посмотри на Катю. Может наоборот? А смотри сюда. Сейчас, да, сейчас, секунду. Оп. Ты не видишь себя, Кать, но это очень прикольно. Я себя не вижу, реально. Она откнопывается? Стой. Да. Смотри. Выпусти меня отсюда, я не пилот. Это чтобы подписчики не узнавали, вот как я одеваюсь. Я не пилот, отпустите меня, я не пилот. Ой, ну прикольная, смешная. Ну, я реально ничего не видно. Ну, Катя большая. Не видно? Да. Может, там какие-то пленочки? Вот пленочка, надо снять. Дай сюда. Во, так не лучше? Видно. Видно? Окей. Так, а здесь сзади покажи нам. Вот нормально так сзади. Может, это действительно твоя, Макс? А то Катя... Нам... Может, я иду посмотреть на, Макса... на себя? Она крутая, но она смотрится как-то сильно... Окей, идем смотреть. Посмотри, ну поддернутая прям как под пояс. Ну, это же как-то не то. Кать, дай мне, пожалуйста. Это первая вещь, с которой я не очень согласен. С вот этой вот... То размер 10, вряд ли это Макс. Ну, короче, орнамент просто надо... Папа, вырежи, короче, из вещей тряпочных все. Вот какой-то еще Пол Смит Джуниор. Тяжелый. А ну-ка дай померить Кате Армани вот эту вот. А где Армани? На Максе. На нем? Короче, еще что-то, какой-то Пол Смит. Вот как... эти вот шузы я нашла за 25 фунтов. Это 30 долларов. А ну? Да, правда. А модные, посмотри. Это в школу. В школу Пол Смит ходить? Да. Вау. Посмотри, какой ты будешь модный в школе. Ой, ба, я ничего не вижу. А, вот. Она Катя большая. Макс, тебе сколько лет так обываться? Не знаю. А что, Пол Смит это круто? Пол Смит это очень круто, да. Так вот. Я в одежде не сильно разбираюсь. Пол Смит очень классные, яркие вещи. Вот так вот. А-а-а. Покажи боком, задом. Ой, нет, что это? Даже надпись есть. Да. Где? Сзади на этот раз. Все, у нас есть туфельки для похода в школу и одежда для поездки к бабушке. Ну что, если нравится наша одежда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Пока-пока! А мы завтра идем в школу опять. Это фэшн называется. Это самое дорогое, что здесь есть. Вот, да, самый модный аксессуар. Это называется улетающая шляпа. Нравится Катин аксессуар? Обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. И всем пока-пока-пока. Напишите, что больше всего из этого ассортимента вам понравилось. Точно. Интересно почитать. Этот пилот страшный. Да пилот это твой будет. Смотрите, вот это вот у нас секонд-хенд. Какой секонд-хенд? Все новье, ты что? Мне нравится вот эта юбка и джинсовое платье. Ку-ку. Хеллоу.